29 мая в Новомосковске в Ледовом дворце «Юбилейный» состоялся третий по счету матч между командами «Легенды хоккея» и «Детская сборная мира». Тренером команды «Легенды хоккея» являлся Александр Якушев. В звездный состав вошли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Гусаров, Андрей Коваленко и многие другие. Ворота «Легенд» защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Юные хоккеисты боролись со звездами хоккея изо всех сил, отвоевывая каждый метр льда. Однако эффектная и интересная игра, прошедшая в формате двух периодов по 20 минут каждый, закончилась дружеской ничьей со счетом 7-7. Кроме того, в прошлом году губернатор Тульской области также блестяще защищал ворота своей команды.